Юридический факультет Казанского федерального – одно из тех подразделений, которое возникло в университете с первых дней его существования. Во многом именно богатая история и традиции легли в основу легендарного образования, получив которое выпускник юрфака КФУ непременно получает путевку в жизнь. Юридический факультет гордится своими выпускниками, которые сегодня занимают очень высокие посты в органах государственной власти, в правоохранительных органах, не только в Республике Татарстан, но и в Российской Федерации, и тем, что, в общем-то, продолжает развиваться и образовательная составляющая. То есть всем этим, конечно же, мы гордимся. Кстати, выпускников юридического факультета КФУ практически никак не затрагивает и перенасыщенность рынка труда юристами. Диплом юрфака КФУ – это еще и гарантированное трудоустройство по профессии. Хороших юристов всегда будет не хватать. Поэтому вот как раз задача вуза – готовить конкурентоспособных, качественные кадры юридические. И в этом смысле я думаю, что эта профессия будет всегда актуальна. Даже если он не состоится как юрист, юридическое образование настолько универсально, что он себя в жизни всегда найдет. Секрет такой востребованности специалистов с дипломом Казанского федерального довольно прост. Будущих юристов готовят не просто профессора. И кроме теоретических знаний, они передают студентам свой бесценный опыт. Преподаватели юридического факультета – высококлассные специалисты с большим опытом работы, не только такой вот именно педагогической, научной работы, но это и люди, которые еще и занимаются юридической практикой, поэтому это действующие судьи, прокуроры, это работники, ну, не только правоохранительных органов, но и различных юридических служб. И, естественно, здесь есть возможность обмениваться непосредственно, вот, делиться этим опытом практической работы. Поэтому вот в этом смысле, конечно, студентам юрфака очень повезло. Руководство юрфака не скрывает, конкурс на их факультет из года в год только растет. И чтобы претендовать на бюджетное место, нужно иметь очень высокие баллы ЕГЭ. Но главным критерием отбора всегда остается любовь к своей будущей профессии. Александр Александров, Ильшат Хусаенов, Универньюз.